вечер. Ой, да что такое? Я и кашу сегодня добро поел, а книжки не могу пересунуть. А коли по одной буду переносить, столько часу страчу. Привитание усім! Буслик, ты еще не справился? Добрый вечер, Рыся. Не поспел я все зробить. Ну, а чему ты такие заповолены? Покажи свои крыльцы. Вось, гляди. Ну, крыльцы я крыльцы. А кашу ты усю сегодня съел до апошней крошечки? Усю-сю. И зарадку раніцы робил? Робил. Ну, тогда я ничего не разумею. Чому ты так повольно справы робишь? Быцем у тебя зусім силы нема. Просто я еще маленький. И маленькие добро справляются с дорученной справой. А ты нечто зусім заповолился. Буслик, поскарайся. Я б с радостью, але поскориться нияк не могу. Может, ты дренно стараешься? Не, я добро стараюсь, але все ровно отрывливается вельми повольно. Придется неяк получить тебе худкости. Мне б вельми хотелось. Я готова, только подкажи мне, як это зробить. Ну, я что-нибудь придумаю, Рмау. Быть такого не может, как Рыся не знайшла рашення. Рысечка, дякую тебе великий. А кольки ты будешь шукать рашення? Рмау, кольки мне спотребится. Ты лепш меня своими питаниями от важной справы не отрывай. Не буду, Рысечка. Я навод могу почекать, поколь ты будешь думать. У иншим покой. Не, у иншим покой пойду я, а ты заставайся тут. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Буслик, привитание. Ты один? Покуль один. Рыся думать пошла. Надо чим? Я напридумываю, як меня поскорить. Поскорить? А на во что? Да я усе вельми повольно раблю. Даника, может, ты ведаешь, як мяне паскорыць? Ну, а давай узгадаем, у яких казках были самые худкие герои? Карлсон! У яго был пропеллер! Правильно. А калі и табе промацаваць невялікі пропеллер? Здорово! Я буду перелятаць туды, сюды и заўсёды паспяваць. Мы за тобой и не поспеем. Только треба своечасово заменять батарейки у пропеллера. Значит, я буду весь час думать, и не скончится у меня зарядка? Ну, а як ты хотел? Зато я будешь соправдным Карлсоном. А скончится батарейка, и я знову почну все повольно робить? Ну, я иншего варианта не ведаю. Рмау! Привитание, Данечек! Рыся думала-думала и придумала. И Даник тут мне пропоновал один способ, як поскориться. Можно с Буслика Карлсона зарабить. И долго вы над гэтым думали? Ну, не вельми, але трошки напружить голову пришлося. Хутка я почну лятать, як маленький вертолетик. Рыся, як тебе наша идея? Рмау, не вельми. Як, чому? Потому что Карлсон уже был, а вы ничего сами придумать не смогли. И только повторяете, Рмау. Я думала, что вы больше разумные и пропонуете что-то больше оригинальное. Слухайте, что я подкажу вам, мои сябры. Слухаем. Для того, как любую справу робить худшей, треба правильно настроиться. Это як? Я ж не пианино, как меня настроивать. А ты уяви, что ты соправдная пианино с самым чудовным гучанием. Было б здорово, пианино с дюбкой. Только ты уяви, что будешь так же ладно, як гучить музычный инструмент, наводить порядок у своим покойчику. У любым музычным творе есть темп. Вось и ты, буслик, сбярыся, настройся и зроби свою справу на одном дыхании. Тогда я попробую зробить все у самым худким темпе. А может, тебе на самой справе музыку включить? А чому не? Можно и музыку. Усім музыкантам аплодируют слухачи.
Ось і ты уяві, якое задавальненне адчуеш, калі зробіш хутка і акуратна сваю справу. Я зразумеў, што перад любой справай неабходна добра настроіцца, і яшчэ трэба быць упэўненым, што ўсё атрымаецца цудоўна. Тады і хуткасць з'явіцца, і сілы. Нармал. Ну як я вам падказала? Дзякуй, рысечка, ты заўсёды такі трапныя парады даеш. Я такая, Рмау. А зараз на адзін момант адкладзём усе свае справы і настроімся на цікавы мультфільм. Я паспрабаваў настроіцца, узяў стос кніжак і хоценька перанёс яго на паліцу. Вось і цудоўна. А зараз самы час хутенька памыць тварыкі, пачыстіць зубкі ды адправіцца спаць. Толькі спачатку давайте настроімся на самы цудоўны сон. Можна ўзгадаць цікавыя моманты сённяшняга дня, тады і сон будзе добры. Ці можна перад сном памарыць пра планы на новы дзень. І давайте паспяшаемся, каб не прапусціць ні адзін сон. Добрай усім ночы. І цікавых сноў, сябры! Баю-бай, разом с нами засынай.